Участниками первых этапов соревнований «Битва умов 2017» стали более 800 студентов со всей страны. Финал этого масштабного конкурса прошел на территории Ульяновской области. Мероприятие на самом деле очень серьезное, очень глобальное. И для региона, который выбрал для себя приоритетом именно технологичное развитие, сделал ставку на формирование инновационной экономики, экономики завтрашнего дня, проведение таких соревнований, по большому счету, является очень серьезной проверкой. Тема пятой сессии – интернет вещей. Ее участники – лучшие студенты-программисты, инженеры и экономисты. Финалисты были поделены на 6 команд, каждая из которых имела своего капитана, на котором лежит двойная ответственность. Когда собрались, и различные часовые пояса, и у кого-то сессия, и действительно по времени очень тяжело было всех состыковать. Но в итоге нет, собрались, дистанционно делали ребята модели, вот, дистанционно просчитывали финансы. Но в итоге, я говорю, отработали как один большой единый организм. Все команды представили проекты, разработанные планы, финансовые стратегии. Презентации своих товаров они представили на суд экспертного жюри. Представители науки, экономики и бизнеса, в свою очередь, серьезно и строго рассматривали и оценивали каждый проект. В ходе своих презентаций участники команд обратили внимание на те сферы, которые, по их мнению, являются самыми перспективными и востребованными. И с учетом темы нашего конкурса «Интернет вещей», вот проекты, которые были озвучены, они либо нашли свое отражение уже в реальной жизни, есть сформированный спрос, либо есть примеры из жизни ребят, из истории их близких, которые явились основанием для того, чтобы вот эти проекты возникали. Система умного велопроката, облако здоровья, интернет-няня, модуль X, умная парковка. Все это проекты конкурсантов «Битва умов». А победителями стала команда «Зеленые чернила» с проектом дистанционного, своевременного и автономного полива растений «Умные грядки». Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».